У нас на деревне жил старичок. Его дразнили лесопед за то, что он ездил на велосипеде. Он имел связь с партизанами и почему-то доверился мне и моему товарищу Володе Гриша. Он писал записки и отдавал нам, а мы брали удочки и шли на копань. Вроде как рыбу ловить. Поймаем по 2-3 карася, записочки из-под камешка, от партизан возьмем, новый положим и домой. Мы тогда еще не знали. Оказывается, это было соборовское движение, партизанское. Сообщалось в записках, что там находится штаб такой-то деревни, там-то подрывали штабы наши партизаны. Много выводили из строя. Когда подорвали в нашем селе дом один с немцами, со штабом, немцы каким-то образом добыли бумаги, где было написано, кто помогал партизанам. Из 120 домов 25 семей было расстреляно. Это было на моих глазах. Мама меня с собой взяла и закрывала фартуком, чтобы я не видел. Я фартук открывал и видел. Мужчины шли, там сад был, выкапывали себе могилу, их там расстреливали, и их же семьи. Я это помню.